История дружбы и взаимной поддержки. Австралийский бегун Дион Линард вернулся в Китай за собакой, пробежавшей с ним одну из самых тяжелых дистанций. Живущий в Шотландии марафонец во время ультрамарафона на 250 километров в пустыне Гоби обрел нового друга – бездомную собаку. Она следовала за спортсменом 2 из 7 дней дистанции в марте этого года. Делила с ним ночлег и вместе с бегуном пересекла финишную прямую. По завершении своего пути мужчина организовал краудфандинговую кампанию с целью собрать 5000 евро, необходимые на все процедуры по вывозу собаки из Китая. На сегодняшний день, благодаря сотне людей, тронутых историей, спортсмен привлек уже более 22 тысяч евро. Дион Линард планирует воссоединиться со своим новым другом уже в Великобритании к Рождеству.